Итак, ребят, вот мы начинаем. Тут у нас какой-то уже Мишка! Ой, блядь, какой милый-то! Это у меня такая же шляпа, кстати, есть. Хотя вот это чудовище похоже на этого. На Гайзенберга из «Во все тяжкие», да? You're goddamn right. Ну так, с лисой-то что делать? Алло! Сука, вон кто-то стоит, мать твою, налево, за ногу, тварь, падла! Давно собачий жлоб вонючий, дерьмо, сука, падла, жопа! Вот даже медведя на кровать положил, кстати говоря, медведь следит за нами, смотрите, он и правда смотрит. Его же зрачки шевелятся, боже мой, а это страшно. А у мальчика глаза вытекают и почему-то как лазером стреляют, пиу-пиу-пиу. Если раньше в Five Nights все было нормально в плане, то есть как мы знали, что появляется звук, потом появляется враг, а потом появляется полный пиздец от происходящего, здесь у нас ситуация немножко другая. Надо понять механику и понять, как нам выживать, потому что первая ночь, вы же знаете, это просто все. Ну, должно быть, по идее, просто. Что у нас там сзади? Бля, ёб твою мать! Ебический центурион, какого хуя это было? Пшел! Пшел отсюда! Вот так! Пшел, камень! Пшел, пшел, пшел! Слушай, а че это сейчас было вообще? Но есть недовольные люди, причем в недовольных комментариях, насколько я понял, там одни не русские люди, потому что там все написано. Все написано на английском. Ты куда пошел? Подожди-ка. Эту дверь надо было, может, закрыть. Там, по-моему, чика была. Птица пришла. Ну окей, ладно, смотри, уже вот за 4 часа мы с вами двух скринеров типа нашли. А может как-то дверь надо закрывать, она же вроде... Опа! Первый пошел. И что надо было делать? Я же всего лишь маленький ребенок. Зачем меня убивать? Блин, ребят, эти игрушки, они просто ебанулись. Ладно, мы когда играли за охранника, ну там потные, вонючие охранники. Да, я могу это понять. Мешают жить спокойно. Воняют. Ну здесь, а что, ребенок, блядь. Ребенка-то зачем трогать? Ма, а где мама? Мам! Ты дома? Пиздец, блядь. Я после того, как проштудировал историю, теперь пытаюсь найти смысл в каждой детали, которую вижу. Бот, ты мой! Фокси! О май гад, Фокси, you bitch! Я не знаю, кто вырастет из этого мальца вообще, по сути, если так пугаться. Кажется, я потерял свой... Кабак! Мне очень грустно без него! Я могу всю ночь так торчать, я так и проторчу тут всю ночь. Я могу верить. Что, ты почему первая ночь такая 5 часов, а у меня нет гостей, блин? Ёб твою мать, ты как-то... Накаркал, блин, пойду я за чаем лучше. Вау, там уже что-то было, тихо, ну пошли посмотрим. О, ёб твою мать! You son of a bitch! Ебическая ты, Фокси! Я бегаю с мячом, обычное ночное занятие. Чем еще дети по ночам занимаются? Они бегают, короче, и слушают, фонариком светят. Бегают, слушают, фонариком светят. Молодцы, дети такие. Эй! Что-то скучненько, а где вы? Да иди ты нахер, я же слушал твой звук-то сраный! Сука, опять 5 утра, да сколько можно-то? Ну давайте сюда сходим, а? 5 часов! 5 часов! 5 часов! 5! Да когда 6-то будет, еб...та! Где 6 часов, ребят? Чё за дерьмо? Быстрее смотрим налево. Что у нас будет слева? О, нет, дышит оттуда меня! Фу, чувак, у тебя ужасный, просто ужасный запах изо рта. Где 6 часов? Вы чё, охуели что ли? Эй! Сука, сука, тварь, паскуда, тварь, паскуда, тварь, сраная тварь, и проклятая паскуда, зайди туда. Смешно, да? Так, тут норма. Нет, норма, блядь. Сука, норма. Н, норма. П, пиздец. Нет никакой нормы. Откуда? Самое интересное, я его не слышал. Я его реально не слышал. То есть был какой-то звук. Получается, может, он из чулана вылез. Хер его знает. Ну что ж, попробуем еще раз.
Хотя бы первую ночь-то я должен прожить, ребят. Ребят, ну, по-братски хотя бы, ну. Дайте, я хочу почувствовать себя победителем. Ну, хотя бы одну ночь, хотя бы первую. Твари бессердечные. Роботы поганые. Я на тебе. Да! Наконец-то! Пардон. Так, я растерялся. Чё, куда? Давай лису шугнём быстрей. Вали отсюда. Там заяц уже пришел. О! Хорош, свалила быстрей зайца. Ты где, паскуда? Ты кто? Я не понял, ты-то кто вообще? У меня за плечами целых 3 части Five Nights at Freddy's, я ничего не боюсь. Ой! Четыре, три, два, один. А? Too bad? Да, видимо, и правда что-то не то сделал. Это была, скажем так... Бонусный уровень, да? И что-то у меня с игрой не то, ребят. Ага. Право, лево, право, лево. Шкаф падает. Право, 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 право. Шкаф или кровать? Налево убежал, право ушел. Шкаф убежал ко мне, сука! Право, лево, право, лево. Да на кровати. Право, лево. Есть! Скорее беги к выходу. А где выход? Вот выход. Нет! Разве ты не помнишь, что ты видел? Выход в другой стороне. Поторопись и уходи отсюда. Ой, Фредбир. О, слишком поздно. Скорее беги в другую сторону и найди кого-нибудь, кто сможет тебе помочь. Ты знаешь, что будет, если он тебя поймает? Ой, ну, ребят, ну вы приколисты. Не входите в мой сарай, лады? Ты чё? Эй. А чё делать надо? Не, ну конечно, эту минуту-то мы подождем без проблем. Я уж хотел видео заканчивать, а что-то происходит. Держу фонарь, допустим. Сука, это плюшевый этот зеленый падла из третьей части. Я тебя помню, говныша, помню, только ты был раза в 3 побольше, по-моему. Он целого мужика мог убить. Что-нибудь происходит вообще, нет? Не, нихера не происходит. Просто ничего не происходит. Я держу Ctrl, веселюсь. Это веселье. Знаешь, как тебе чушь, как тебе весело. Сидеть и смотреть на дьявольскую игрушку от застулья. Не, ну в ней весело. Вы не видите, что мы уже веселимся? Веселимся, правильно? Okay, so the first night is never usually that bad in any of the games, so I'll play through. Ah, fuck! What the fuck? Oh! Oh! Куда ты повернулся-то? Слушай, педабер, ты не будешь меня трогать, пожалуйста? Мне твоя шляпа нравится, а? А еще такие глазки голубенькие, прям как у меня, ребят. Вот многие спрашивают, как я выгляжу. Да вот, пожалуйста, как этот медвежонок, только очень худенький, да? Ты че, пизда, блядь, совсем, что ли, крякнулась? Нахуй, я игру только начал, блядь. Медведя, сука, даже не дают разглядеть.